Суть в этом к дну раны, либо к кости, которая на дне раны, прижать вот этот вот бинт. Поэтому, да, достали два пальца. И вот таким вот образом, ну, палец два. Если пролезло два в рану, значит два. Если пролез один, значит один. Продолжаем давить. Второй рукой взяли еще бинт. И туда же. И только тогда, когда туда придавили, этот убрали. И так далее. То есть опять набрали, да, опять придавили и так далее. И постепенно, постепенно, да, вот таким вот давлением мы делаем так, что вот в ране. То есть мы в неране должны найти какую-то кость, вот к чему туда мы будем. То есть если это пах, это тазовая какая-то там одна из костей. И вот только, да, убирать палец мы можем только когда уже закончили. То есть не прекращая давление, да, и вот так вот поехали. Один из пальцев находится в ране. Вот это вот тампонада. После того, как вы ее, да, напихали так, что уже больше ничего не пролазит, да, закончили. Взяли остаток винта, да, положили сверху. И придавили. Вот так стоять нужно 10 минут. Если вот этот бинт обычный. Бывает в аптечке есть гемостатик, бинт, пропитанный гемостатиком. Он так и называется, гемостатичный бинт. Он ускоряет процесс тромбообразования, свертывания и так далее. Поэтому давить можно 3 минуты. Но минимум 3 минуты все равно давить. Да, если с обычным бинтом 10 и так далее. Дальше можно убрать после этого, ну и желательно что-то на это место наложить. Опять-таки есть у вас там в аптечке, есть будет бандаж. В запечатанном виде он выглядит вот так. Вакуумная упаковка. В распечатанном он выглядит вот так. В чем отличие от обычного бинта этого бандажа? Наличие давящего элемента. То есть без, 10 минут все равно вы давите, то есть не бандаж. Да? Но после этого, чтобы еще какое-то давление на ране осталось, можно использовать этот бандаж. Поэтому да, вы так положили, да, придавили, взяли этот бандаж. И вот этим давящим элементом нужно положить на то место, куда, собственно, дальше он будет давить. После этого, ну, опять-таки, в зависимости от того, пах, там, что это, да, то есть там будет немножко отличаться, как вы это наматывать будете. Но в чем суть? Вы когда сделали первый вот этот оборот, вы вот сюда вот тут продеваете бинтик и дальше бинтуете в другую сторону. И вот это место тогда, давящий элемент, давит туда, куда надо. Вы берете вот эту штуку и накладываете ее таким образом, что когда вы ее сделали назад, она легла как раз на вот это место. Все, дальше начали разматывать, размотали, провели, сюда завели и в обратную сторону натянули. И дальше пошли мотать. Ну, сколько там надо? Раз, два, три, пять и так далее. И вот это вот давящий элемент, который остался. Это как использовать вот такие вот бандажи, они в аптечке есть.